пятница, каждый год мы вместе 31 декабря идем, нет-нет, не в баню, идем в парк. И участвуем в нашей легендарной гонке. Зимнее утро на Лазутинке для многих уже традиция. Семья Панжинских не исключение. На лыжи Артем встал 3 года назад и уже обрадовал своего знаменитого отца, заслуженного мастера спорта России. Самое главное, победил кого? Само себя. Вот. Самое главное, победа. Мы учим именно так. Поэтому сегодня первое место, это, конечно, очень классно, почетно, но для детского спорта самая важная победа над самим собой. Легендарная манжосовская лыжная гонка прошла в 54-й раз. Традиционно собрала профессионалов, любителей с опытом и новичков. Мы ждем очень много участников, потому что всегда приезжают к нам и с детьми, и с семьями поучаствовать, поднять такой хороший заряд бодрости и духа. Небольшая разминка перед стартом и вперед. У каждого возраста своя дистанция. По традиции первыми на дистанцию вышли самые юные участники. Сами делаем трассу, трамбовываем, там ее бережем, вырубаем от веток. Андрей – любитель. С 82 года не упускает возможность посоревноваться с товарищами. Перед гонкой тренировался почти каждый день. В этом году в манжосовской гонке приняли участие 1500 человек, хотя желающих было намного больше. На финише всех ждали кубки, призы и медали. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».